Здравствуйте, я рад приветствовать вас. Меня зовут Александр, и я хочу сегодня рассказать вам о кресле от компании Recaro. Это, можно сказать, одна из моих любимых компаний и в колясках, и в креслах детских автомобильных. Модель называется OptiFix. В двух словах технические характеристики вам скажу. Она предназначена... Вообще, это кресло категории 1. Это значит, что с 9 месяцев до 3 лет предназначено это кресло. И приблизительно до метра роста хватит вам этого кресла. Просто, чтобы вы понимали приблизительно, вот, насколько вам его будет хватать. Вот. И сразу же скажу вам в самом начале про ее уровень безопасности. Это кресло получило очень хорошие оценки по безопасности, поэтому этому креслу можно смело доверять ребенку. Это, можно сказать, одно из самых безопасных кресел в этой категории. Так что давайте начнем с вами его более подробно изучать. Собственно, начнем мы с вами изучением ее внешних данных. Вот, собственно, как оно выглядит. Сразу скажу вам о используемых тканях. Компания Recaro, она использует всегда очень дорогие качественные материалы. Это такие, как замша. Тактильно очень приятный материал, очень дорогой, сразу чувствуется, что это не простая тряпочка. Зимой ребенку будет неприятно, летом тоже будет очень хорошо. Вообще материал такой очень хороший, дышащий. И в плане тактильных ощущений у ребенка будет все в порядке. Вот. Что касается посадки, в этом кресле очень хорошая посадка. Она глубокая. Recaro вообще этим и славится, комфортной, хорошей посадкой. Посадка достаточно глубокая. Сбоку ребенок очень хорошо зафиксирован и защищен от боковых ДТП. Кстати, сразу вам скажу, что здесь есть для защиты от боковых ДТП. Эта система у компании Recaro, она называется Advanced Sight. Это сбоку вот такие вот накладки. Их нужно отодвинуть в бок, она отщелкнется. Соответственно, это нужно делать со стороны окна автомобильного. И в таком состоянии должно быть в открытом. Это дополнительно гасит энергию при боковых ДТП. Это очень-очень полезно. Со стороны салона делать этого не нужно, чтобы лишнего места не занимало. Убирается все тоже просто. Вот. Соответственно, ребенок здесь крепится классической системой. Это пятиточная система ремней, мягкие накладки везде есть. Это само собой разумеющееся. Также мы здесь имеем подголовник. Подголовник здесь не из замши сделан, сделан из другого материала, тоже очень гладкого, приятного, потому что именно лицу замша будет не так приятно, как вот этот материал. Очень тактильно приятный материал, достаточно мягкий подголовник, тоже с этим все хорошо. Также он регулируется здесь по высоте, сверху здесь специальный рычажок, за него тянем и регулируем по высоте. И хочу сразу заметить, регулируется по высоте он вместе с ремнями, не нужно разбирать, переставлять ремни, все делается вместе. Это очень экономит время и менее трудозатратно. Соответственно, по длине регулируются ремни тоже. Вот эта часть – это ваш запас ремня. Соответственно, натягиваете. Вот, и, собственно, все. Так, что касается комфорта ребенка, кроме комфортной посадки, у вас здесь есть возможность кресло наклонять. Вот вам сбоку хорошо сейчас это видно. А какой будет наклон? На мой взгляд, наклон очень приличный в кресле. Ребенок, когда засыпает, самая главная задача, чтобы он не клевал носом вперед. Здесь с этим все в порядке. Так, давайте теперь посмотрим, как это крепится сиденье к автомобилю. Здесь используются не ремни, а полноценный жесткий Isofix с упором в пол. Это упор в пол нужен для большей жесткости крепления кузова. Также при лобовом ДТП он не дает клюнуть креслу вперед. Очень здорово. Давайте посмотрим, как это делается. Перед покупкой посмотрите обязательно, чтобы в вашем автомобиле Isofix был. Он не во всех автомобилях есть. Вот. Поэтому все просто.
защелкнули. К автомобилю вы услышите характерный щелчок. И спереди на кресле, я вам сейчас покажу фотографии, здесь есть индикация о том, пристегнули ли вы Isofix, дощелкнулся он там или нет. У вас будет или красный индикатор, это если вы не пристегнули, или зеленый, если вы пристегнули правильно. То же самое касается и упора в пол. Все, все три значка зеленые, значит, вы пристегнули правильно. Вот так вот в законченном виде это выглядит. Для того, чтобы снять, все тоже очень просто. Освободили немножечко подножку. Вот здесь сбоку есть кнопки. С двух сторон они одинаковые. Нажимаем, тянем. Все. Отстегнули кресло. Кресло, оно тоже не такое тяжелое. Вообще, точные характеристики в весах, в килограммах, там это все я добавлю в описании к видео, ознакомьтесь, если вам будет интересно, там все будет точно в цифрах. Вот. В принципе, наверное, добавить мне по креслу больше нечего. Давайте подытожим. На мой взгляд, кресло очень добротное получилось в компании Recaro. Это, если вы ищете категорию 1, что, на мой взгляд, более правильно, чем универсальное, то очень рекомендую обратить на него внимание. Кресло очень безопасное, очень комфортное, очень качественно сделанное. Мне лично нравится посадка. Я видел, как здесь садятся дети, мы примеряли. Очень-очень комфортный вариант. Поэтому рекомендую, посмотрите, оцените, примерьте. Можете в магазин с ребенком приехать, если у вас сомнения. Все это можно сделать в мире автокресел без проблем. Вот, поэтому выбирайте, думайте. Вот. Вам спасибо за просмотр. Если вам это видео было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки этому видео и подписывайтесь на канал. Ну, вам, собственно, правильного и хорошего выбора. Всего вам доброго, до свидания.